Датлы и миш хепсинен севгели клубника. Он очокли азамизмеет химда севге. Комраттан Харталамей Айлися Анжелахин Вячеслав вещил гейры башладлар бюйтмя клубникой. Был дергюзин яптлар биртеплица. Шиндан сором он нардавар юч. Молдова девлетен эксперты Олег Калис трусюлиде. То есть вся эта инфраструктура, которую мы... Бурада Брунан инфраструктура пек палы, а мау параи варниче чкарма. Ер хербер ищ дору яплар сайда. Если, конечно, все будет сделано правильно. Хаберлеры клубника бьют месенда, а радык интернетта сюлер Анжела Харталамей. Ама ян нашлыклар да варда. Решили пробовать выращивание клубники в теплице, в грунт. И методу гидропоники. Без карарладык денеме бюйтмя клубника и хем ерда, хем гидропоникада. Бучуалларда вар хем топрак, хем кокос опилкасы. Бу бизядейни ени бир метод. Биз оны пек билмерис. Ама денерис. Хер бириши. Гелдик чыкышани ким билмер гидропоникай ота исля топракта бюйтсин. Для не знающих гидропонику лучше пробовать этот метод, где в мешках земля и то. Олег Калистру, Сюредене Лязым, Хейнелькин и Сабаалма. Сколько будет стоить теплица, если есть у нас вода, система орошения, система фертигации? Некодар куражек теплицанын паасы, вармы бизде су, фертигация, химвентиляция системалары. Бу ишлер пек юнемли чыкыш ичин. Ен елк янышлык ангысны япырлар инсаннар, онлар биткиядан үйрен мерлер ишин доору гүтірмесіне. Ер бишей доору япылмарсыйды, біз варниже бүйімнерді кабиделім. Юнемли ер каплыр, суюн хем топран калитесі анализі. Либо мы хотим выращивать на почве, да, нужно сделать анализ почвы, посмотреть, какие элементы есть, что отсутствует, что можно добавить. Кенинемле Аниля Азым бельмя нередово сатылыжек. Теплица да бюйден клубника чок севгеле. Вячеслав Барабар бу ишлен та измите дерклисе деде, ивдеки ишлерден да атылмыр. Для того, чтобы был хороший результат, для того, чтобы урожай, и чтобы глаз радовался, и чтобы душа радовалась в результатах своей работы, то нужны и технически нужно правильно, грамотно подойти. Конечно, мы в этом... И берекетичен хем гюзюн да севенсин дейіні. Біз бұл іші та білмеріс пек. Ама соруштыры русызманнара. Сакын мэрз бішіден. Біз әтеклі фетілер дамна системіннен бүйімнері ислама. Доору хем вақытлан бұл іші апарканы кепсі ісля олыр. Клубника өлі бір бүйім ангысы север гүнеші хем сую. Ама бұндан кәрі лазым инсан кенді севгісіні хем жанына да койсын. Это же тот сорт или тот продукт, который любит солнце и воду. От этого она и растет, и красивее становится. Но чтобы она еще и вкуснее получилась, то нужно вложить и частичку души, свободное время, заботы, любви. И получается вот наш результат. Бир гүнде варкулай топлама хем сатылыкчин, хем де достлары конукламакчин. Хепсине миракландырыр, ниде убюер, кокос субстракта. Кокос. Он очень хороший материал для... Кокос пекисля бириш клубниканын хем башка бүйімнерін бүйтмесі ічін. Уяпылы реки каттан. Та иерелері аша койлырлар, та уфак юкары, ке уйгун олсун зейда суя акма. И крупная фракция снизу, чтобы получался дренаж. Нечен масус бу экстракты кулланерлар. Бесечтік карар теплицада биркач кат курма, чүнкі ер таас арджанер. Биркатлы теплица койлер 700 кюк, биркач катлы теплицада 1600 кюк вар. Здесь 1600. Будил пек бюйк миралар сюлер Олег Калистро. Бу айля шан сора башарлары да гюрер. Там, где индустриальное выращивание, та бүйік чорбачылыкларда кат-кат бүйімектен вазгештілер, чүнкі орада бүйен клубникалар та аз гүнеш кабледерлер. Рядов, потому что понижается использование солнца. Бүйін конкурентлер онларда йок, ама кер олар сыдыда бу айла хазыр пайлашма кендіна асатларынан клубника бүйітмесінде.